От старой штукатурки не осталось и следа. Демонтировано напольное покрытие и система вентиляции. В спортивном комплексе «Родина» полностью завершены демонтажные работы. На сегодняшний день строительные бригады уже провели работы по усилению фундамента. Идет устройство чаши бассейна, прокладка инженерных сетей. Выполнены работы по перепланировке внутренних помещений. Реконструкция объекта завершена на 30%. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин посетил спортивный комплекс «Родина» и обсудил ход восстановительных работ. Мы планируем в этом году, в декабре 2022 года, ввести бассейн в эксплуатацию. Будет заниматься 800 человек. Это будет практически абсолютно новое здание, но тем не менее мы сохраняем всю архитектуру этого сооружения, меняем сети, меняем все оборудование. Мы видим, что все работы выполняются аккуратно, как говорится, с душой и любовью. Это тоже важно, кто и какими руками реконструирует эти объекты. Администрация города держит на постоянном контроле, на ежедневном контроле хода работ. В этом году спорткомплексу «Родина» исполняется 40 лет. Здание морально и технически устарело. Инициативу по реконструкции объекта выдвинули горожане в рамках движения общественной поддержки. Предложение помогла реализовать депутат Химкинского совдепа Ирина Беляева. Эту инициативу поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Химок Дмитрий Волошин.